Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Тольяттинские гандболистки сыграют за сборную страны на чемпионате мира. Крылья Советов готовятся к чемпионату страны в национальной лиге. Самарские легкоатлеты выиграли первенство России. Самарские спортсмены в Саранске, Мордовии выиграли 4 медали первенства России по легкой атлетике. Золото на 100-метровке с барьерами у Анастасии Николаевой, первый в тройном прыжке Денис Обертышев. Рекордсменка России среди юниоров Софья Палкина, лучшая в метании молота. И только бронзовая медаль у Динара Бигбулатова на 200-метровке. Крылья Советов на тренировочном сборе в Сербии сыграли в ничью в товарищеском матче со Спартаком из Субботицы. Первыми забили самарцы с пенальти, но удержать преимущество не смогли, в результате 1-1. До конца месяца клуб продолжит тренировки за границей. На просмотре нового главного тренера Андрея Тихонова находится 21 футболист. Прежний наставник Вадим Скрипченко ушел в отставку после вылета крыльев Советов из премьер-лиги. Дарья Дмитриева, Ирина Снопова, Елена Уткина и тренер вратарей Любовь Каляева из Тольяттинской «Лады» попали в состав сборной страны по гандболу. Чемпионат мира пройдет в Германии в первой половине декабря. Конкуренцию российской сборной составят национальные команды Черногории, Сербии, Венгрии, Румынии, Испании, Словении, Чехии, Швеции, Дании, Франции, Нидерландов, Германии, Норвегии. От Африки квалифицировались Ангола, Тунис и Камерун. Азию представят Южная Корея, Япония и Китай. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!